Что-то я зачитался. 5 минут уже как-то записи не было.
почти 32 градуса. В тени на улице. 11:30. Это жара началась. Для некоторых стран районе экватора это не жара, это все равно, что для нас плюс 15. Я хочу сказать, что если себя сильно не перенапрягать физической деятельностью, активностью, мой организм адаптировался к контролю жаждой, холодом и высокой температурой. То есть, окажись я в очень сложной ситуации, я смог бы прожить гораздо дольше, чем обычный человек. Мой организм выдержал. Мне, кстати, осталось научиться контролировать холод. Вот. Потому что, вот, судя по давлению, как раз именно из-за не очень высокого давления, немножко ниже нормы, все-таки вот других людей, те, которые питаются вареной, именно горячей, теплой пищей, руки не так мерзнут, как у меня, и конечности ног. Это не дом, блин, а инсектарь какой-то. И, короче говоря, поскольку моя пища не теплая, давление в районе 100, я постоянно чувствую холод в пальцах рук и конечностях ног. Вот, поэтому приходится прибегать к внешним, так сказать, средствам защиты. Допустим, ноги у меня сейчас в теплых тапках. Даже несмотря на то, что сейчас, помните, плюс 25, ну, у меня руки как бы не потеют. То есть не то, чтобы сильно жарко. Ну, может быть, отчасти это и является причиной того, что я могу жару переносить. Гораздо легче.
Я тут подумал просто. Интересно измерить свою температуру. Как бы зимой я ее постоянно мерил. Сейчас на улице уже 33 градуса. Вот. В комнате 26. Ну, почти 26. Так, вот. Включен на нуле. А радостник не точно. Он на 1 градус больше показывает. Примерно. Большая сессия. Вполне достаточно. 36,7, но этот термометр не точный. Обычно на полградуса, на градус он показывает больше. По сравнению с обычным ртутным термометром, это довольно-таки существенно. Допустим, если ребенок маленький, то есть разница между 38 градусами и 39, понимаете?
Теперь можно попробовать подмышку. То есть, по сути, не 36,7, а где-то 36-35,7. Вот так вот где-то температура. Средняя температура, та, которая называется нормальной, измеряется так же самое, как и давление. Среднестатистическим показанием. То есть берется группа людей абсолютно разная. Измеряется температура, складывается все это, делится на количество людей. Таким образом, вычисляется средняя статистическая температура. Но опять-таки большинство из этих людей, когда проводили все исследования, больше чем уверены, но не питаются абсолютно неправильно, неестественно для человеческого организма пищи. Таким образом, и показания могут быть на полградуса, градус больше. Вот. Но то, что я постоянно чувствую холод в руках и конечных ногах, я считаю, что это ненормально. Какая-то причина в этом все-таки есть. И если я от нее не избавлюсь в течение полугода-год, то есть когда должно полностью произойти обновление моего организма на клеточном уровне, ну, исключая клетки скелета, через полгода, значит, все клетки мягких тканей должны переродиться заново. Я считаю, что от этого холода я должен таким вот образом избавиться. Все сосуды, все ткани. И в течение 2 лет должны поменяться клетки скелета. В общем говоря, сейчас подмышку. Термометр. Радостный термометр. Я путаюсь вечно.
35,9. Надо еще прогресс 36,1.
3, 6, 1. Попозже схожу за яблочками, и по этой жарюке потом приду, померяю температуру. Вот интересно посмотреть, какая разница.
Знаете, я как-то в одном из своих видео, по-моему, говорил, что у меня есть определенные проблемы со здоровьем. Вот. Я никак не могу от них избавиться, вылечиться, другими словами. Лечиться обычными методами, то есть лекарствами, я не намерен. Вот. И одной из причин того, что вот я перешел на другое питание, является именно попытка вылечиться. Я чувствую себя абсолютно здоровым. Какого рода это заболевание, сейчас говорить не буду. Единственное, что хочу сказать, что когда я переехал сюда, стало меньше стресса, ну, относительно, конечно. А ты стал себя чувствовать гораздо лучше. Там уже лето, питание лучше стало, чем эта пшеница пророченная и гречка жареная.
Сделаем перерыв. Сейчас я взвешусь. Схожу за яблоками. Семьдесят шесть и восемь. Контрольный еще разочек. Ну, такие есть 76,8. Почти с 0,5%. Нормально. 4 часа. Горячий компьютер. Через 15-20, может, полчаса. Продолжим.